Выезжал на место происшествия и временно исполняющий обязанности губернатора области Никита Белых, а после в правительстве провел заседание оперативного штаба. Для нас очень важно, чтобы информация, которая идет через СМИ, была достоверной, объективной, так и, в общем, что это не было каких-то попыток спекулировать или создать какие-то инсинуации в той ситуации, которая этого точно не предполагает. Очень рано говорить сейчас о каких-то версиях, потому что еще идет локализация. Поэтому существует правило, что всегда, да, определенный должен быть срок установления причин аварии, и этим займется, естественно, следственный орган.